Здравствуйте. Интернет-магазин Tukamp предлагает вашему вниманию зимнюю палатку для рыбалки Nelma 2 Lux от, наверное, уже многим известного производителя Mitek. Эта палатка выгодно отличается от других палаток этого класса усиленным каркасом. Каркас у обычных палаток 8 мм толщиной, здесь 9 мм толщиной, сплав дюралюминиевый B95T. Сейчас мы посмотрим, как эта палатка собирается и разбирается. Вот палатка и готова к нашей зимней рыбалке. Палатка имеет двухзамковую двухстороннюю муфту, которая легко закрывается и открывается. В палатке есть юбка по периметру, чтобы снег не задувал, которую можно присыпать снегом. Имеются петли для оттяжек со светоотражающими вставками. По периметру идут петли, за которым можем крепить оттяжки. Также по юбке имеются два окошка для подува ветра, которые при необходимости закрываются или открываются внутри, они все на молнии. Имеется еще одно окошко, которое крепится с помощью петли и на двух молниях. По всему периметру палатки мы увидим светоотражающие вставки. То есть, если вы будете рыбачить ночью, гонщики вас заметят по этим вставкам. Внутри палатка оснащена кармашками, удобными для всяких мелочей. Также еще дополнительное окошко для поддува. Дополнительные кармашки с двух сторон от входа, в которые можно укладывать все, что вам необходимо. Палатка зонтичного типа. Каркас сплав дюралюминиевый титановый, 9 мм толщиной. Все узлы складывания защищены накладками. Материал палатки Oxford 240 с влагонепроницаемостью 2000. Достаточно прочен. Швы прошиты, не проклеены. Сейчас мы посмотрим, как эту палатку собирать. Во время сборки не забывайте сбрасывать материал с углов элементов изгиба, для того чтобы в дальнейшем материал не попортился, несмотря даже на то, что они первоначально защищены производителем защитными накладками.
размер палатки 190 на 225 по основанию, высота палатки 165 сантиметров. Палатка проста в сборке, также в разборке, поэтому рекомендуем.